Звичайно, рада вітати всіх глядачів телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Ми продовжимо прямий ефір програми «Громадська приймальня». І традиційно у цей час розпочинаємо її у розрізі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітав представник депутатської фракції «Самопоміч» пан Роман Марченко. Пане Романе, добрий день. Дуже рада вас вітати. Дякую, що ви сьогодні знайшли час завітати до нас. Шановні глядачі, 223-0081, номер телефону прямого ефіру, окреслюю питання, з яких ми будемо чекати ваших дзвінків. Отже, пан Роман є першим заступником голови постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування. А саме питання містобудування та архітектури є профілем пане Романа. Тож прошу, ми вже готові почути всі ваші запитання з цієї теми. А також ми запрошуємо жителів Дарницького району долучатися до нашої розмови, а саме округу номер 19, тому що пан Роман є представником саме цього округу. Пане Романе, ми якраз почнемо з того, що ви нам розкажете межі вашого округу. Я знаю, що «Самопоміч» трішки розширює завжди свої повноваження, каже, що вона за весь район відповідальна. Але все ж таки, ми традиційно нагадуємо межі округу. Прошу. Я балотувався по Дарницькому району. Це мікрорайон Позняки, район проспекта Бажана, вулиця Срібний Кіл, вулиця Урловська. Ось це мій район, 19-й округ, яким, собственно, я займався і раніше, тому що я проживаю там, і займаюся сьогодні вже як депутат. Так, прошу, почули адреси, тож з цих адрес вже готові почути ваші запитання. Ще раз нагадую номер телефону 223-0971. Пане Романе, перш ніж ми перейдемо все-таки до питань комісії і округу, я у вас хочу запитати, не можу не запитати вашої думки з приводу тих подій, які відбувалися у четвер біля Київської міської адміністрації і всередині Київської міської адміністрації. Яка ваша особиста точка зору і позиція фракції з цієї ситуації? Смотрите, любая работа Киевского городского совета – это попытка найти некий баланс между интересами. Потому что, и мы будем говорить, наверное, позже об этом, есть интересы застройщиков, есть интересы граждан, есть интересы бизнеса. И вот найти вот баланс, который удовлетворит всех, это и есть задача депутатов. Так. То, что произошло в четверг, это ужасная ситуация, то, чего мы не должны, как демократическое государство, как цивилизованное общество и цивилизованный Киевсовет, не должны допускать. Что произошло? То есть есть люди с разными позициями, да, но не должны эти позиции перерастать в драки, силовые противостояния, избиения, а уж точно мы все надеялись, что времена тетушек точно остались в временах Януковича. К сожалению, оказалось это не так, и я знаю, на сегодняшний день будет создано несколько комиссий, которые будут разбираться о причинах произошедшего, каким образом люди с непонятными знаками и форме попали на территорию Киевской городской администрации, кто провоцировал эти события, были ли это в чистом виде провокации одной стороны, либо это было действительно столкновение. Ну, то есть будем разбираться с этим вопросом, но мое мнение, как и мнение фракции, что это ужасно, этого повторять нельзя, но это к этому приводит, собственно, не совсем разумное управление городом. На вашу точку зору, який зараз має бути механізм вирішення цієї ситуації? Я думаю, що в сесійному залі в четвер, на четвер назначено засідання сесії, повинна бути створена временна слідчая комісія по цьому питанню, куди повинні війти всі представники фракцій, які повинні розібратися зі всіма аспектами цієї жахливої ситуації. Так, і я ще хочу почути, от як ви вважаєте, от ми розуміємо, з яких причин прийшли люди так до КМДА, тому що вони протестували проти заборони на продаж алкогольних напоїв. Ви як вважаєте, це рішення КМДА, воно було доцільне? Лично я голосував за це рішення. Знаєте, опять-таки, це ж пошук балансу. И когда мы видим, что на каждом углу, на каждой автобусной остановке находится наливайка, и идет школьник 15-летний со школы и покупает себе по дороге бутылку пива, ну, наверное, это не совсем корректно, и, наверное, так делать нельзя. У меня у самого две дочери, младшей как раз 16 лет, и я бы не хотел, чтобы у нее на каждом шагу возникали такие соблазны. При этом, безусловно, наверное, решение, предложенное в зал, было
возможно, недостаточно выверенным. Возможно, нам нужно было дать больше времени этого переходного периода, потому что я понимаю предпринимателя, который приобрел лицензию, и тут в одночасье его лишают возможности использовать лицензию, и уплаченные деньги в бюджет фактически теряются. В то же время, я думаю, что генеральное направление все равно правильное. Наша европейская столица должна очищаться от особенно незаконных малых архитектурных форм, особенно стоящих в местах массового скопления людей, там, где находится метро, там, где находятся другие остановки общественного транспорта, как мешающие, не дай бог что-то случится, эвакуации людей, вообще мешающие людям. Безусловно, я повторюсь, это еще один классический пример поиска баланса. Мы ищем баланс между малым бизнесом, между интересами граждан, родителей и между городской властью. Я думаю, что к этому вопросу мы тоже вернемся. Возможно, будут какие-то отсрочки по времени, но в целом решение города бороться с незаконными мафами, оно меняться не будет. Так, дякую. У нас є телефонний дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Добрий день. Добрий день. Ми живемо на Ревуцького, да? Ну, і Бажанату недалеко. І там Ревуцько-Вишняківська є недобудований, ще він же давно, років, наверное, 20, може. Знаходиться недобудований, видно, адміністративне здання. І я бачу, ніхто не займається. Огородили, ми писали із району, їх огородили. Ну, все одно там дають крихи, все, що хочуть. Ну, кажеться, що він пенсійного фонду належить. І друге питання. От то, що, допустимо, щоб не було, як напали на Київраду, все. Франція. Франція тільки там от було стрілянина, да? І вони чрезвичайне положення ввели. Для чого? Щоб навести порядок. У нас же скільки оружия знаходиться і скільки людей шастається, навіть в нашому районі. Це треба давно вже робити. Щоб вести порядок. Дякую. Я вам дякую за те, що зателефонували. Дякую за вашу точку зору. Так само прошу, пан Роман. Спасибо за вопросы. Что касается первого вопроса. Действительно, существует такая проблема недостроев, долгостроев. И на сегодняшний день не только Дарницкий район, многие районы в Киеве задыхаются от этой проблемы, когда что-то начал строить застройщик, что-то у него не пошло, и он бросил эту ситуацию. Вопрос требует принятия скорее законодательных мер для изменений. Почему? Потому что, к сожалению, у Киевского городского совета, у киевских городских властей нет возможности изъять какое-то право собственности у лиц, которые начинали эту застройку. Мы можем влиять в первую очередь, и мы стараемся влиять на право пользования или на право собственности землей. Там, где заканчиваются договора аренды, мы отказываемся их возобновлять. Киевский городской совет неоднократно выступает истцом по расторжению договора аренды. Угу. Мы у себя на комиссии еженедельной принимаем обычно несколько решений каждую неделю о расторжении договоров аренды в случае невыполнения арендатором своих обязательств, в том числе по застройке. В целом же, тот пример, о котором говорил слушатель, дело в том, что если мы говорим об имуществе пенсионного фонда, фактически это государственная структура, и государство должно в первую очередь заботиться об этих вещах. Мы же видим, что государство относится к киевлянам не всегда корректно. Мы знаем о том, что городской бюджет отдает государственному бюджету намного больше, чем получает из него. И это ситуация, которую мы надеемся, что в том числе народные депутаты, избранные в Киеве, будут максимально изменять в Верховном Совете. Я знаю, что мои коллеги, народные депутаты по фракции самопомощи в Верховном Совете, этой проблемой также занимаются. Что касается вопроса номер два, безусловно, это огромная проблема для общества, когда при том, что формально в государстве запрещено владение открытым оружием, большое количество граждан имеют его на руках. Безусловно, мы имеем увеличение уровня преступности. Мы уже видели цифры, нам докладывал депутатскому корпусу новый начальник милиции, и мы видим
значительный рост преступлений на территории Киева, и в том числе на территории Дарницкого района. И я думаю, что бороться с этим нужно, безусловно, стандартными законными методами. Будем все-таки надеяться, что нет необходимости пока вводить прям чрезвычайное положение, но бороться и помогать нашей милиции это делать однозначно нужно. Я думаю, что у полиции есть все возможности заниматься этим. И, в общем, что от нас, депутатов, возможно, дополнительный контроль над органами полиции, мы будем это продолжать делать. Так, дякую. У нас є ще дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Добрий день. Добрий день. У мене таке питання до вашого гостя. Прошу. Да, що мафи портять всю красоту Києва, да. Але я б хотіла почути таку відповідь. Зараз сильно багато людей останеться без роботи. Сильно багато. А яка є програма, щоб дати людям, яким ще до пенсії далеко, і яким уже за 45? Яка є програма Київради, щоб дати людям роботу? Дякую. Так, я вам дякую за те, що ви зателефонували. Ну, бачите, почули, що ми про мафу розмовляємо, і одразу до вас усі запитання. Да. Прошу, я вас короткий коментар попрошу з цієї теми, але все ж таки іще в продовження цього питання хочу запитати. Дійсно, є певна кількість людей, які не хочуть, щоб там мафи ті чи інші зносили. Як ви знаходите, ну, можна сказати, консенсус у цьому питанні? Прошу. Смотрите, здесь... Любой государственный орган, любой орган местного самоуправления и депутат в том числе должны к этой ситуации относиться очень просто. Есть закон. Закон предусматривает, что если малая архитектурная форма имеет все необходимые разрешения, имеет право находиться на этом земельном участке, возможно, оформлен либо сервитут, либо договор аренды земли, и оформлены все необходимые документы, патенты и тому подобное, естественно, никто, ни управление благоустройства, ни полиция не имеют права препятствовать такому мафу на осуществление предпринимательской деятельности. Если же мы видим ситуации, когда договор аренды закончил свое действие 5 лет назад, маф является структурой, которая не просто уродует, мы даже сейчас говорим не об эстетике, мы говорим о том, что он является структурой, которая четко нарушает законодательство, не имеет права здесь находиться. Безусловно, в таком случае следует с такими мафами бороться, в первую очередь с точки зрения интересов более широкого сообщества киевлян. Я повторюсь, классический пример – это мафы в переходах метро. Когда-то это приветствовалось, и городская власть с удовольствием раздавала там возможность ставить эти мафы. Сейчас же те исследования, которые вот приносят нам в Киевский городской совет, мы видим о том, что эти малые архитектурные формы, эти киоски, эти ларьки – четко нарушают противопожарную и эвакуационную безопасность метрополитена. То есть, я повторюсь, не дай бог случится что-то подобное, что было там в Брюсселе не так давно, и мы будем иметь огромную проблему с этими вопросами. Поэтому ключевой вопрос – это искать методы ведения бизнеса в соответствии с законом. Безусловно, то, о чем говорила наша слушатель, есть такая проблема. Естественно, мы понимаем, и депутаты отдают себе отчет, что большое количество людей, сегодня трудоустроенных в этом малом бизнесе, при малых архитектурных фондах, формах, будут иметь проблемы с дальнейшим трудоустройством. Я знаю, что наша и комиссия по предпринимательству занимается этими вопросами в Киевсовете, и Киевская городская администрация этим озабочена. Естественно, этим нужно заниматься, чтобы люди не были просто выброшены. Но в то же время вот этот поиск баланса между законностью и незаконностью, мы все должны понимать, что мы должны двигаться в сторону законности. Так, дійсно, дякую. У нас ще дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Добрий день. Добрий день. Спочатку я задам маленьке питання, а потім розкажу запитання своє. Прошу. Хай пан шановний депутат перекладе, що таке МАФ? Так. Це мала архітектурна форма. Так. О, а мала архітектурна форма – це значить не тільки кіоски. Це і лавочки, і урни, і освітлювачі,
і дитячі майданчики, і спортивні майданчики.